я буду, ну, например, мадам Шепотля. Договорились? Да! Вот и здорово! Ребята, вы знаете, к нам в центр идет праздник. Но чтобы он пришел, для этого что-то нужно сделать. Что нужно сделать для того, чтобы пришел праздник проказник? Похлопать! Ну-ка, давайте похлопаем! А еще что нужно сделать? Потопать? Ну-ка, давайте потопаем. Это я могу. Молодец. А еще что нужно делать? Веселиться. Веселиться. Здорово. Давай, говори. Приготовиться к празднику. Правильно. Ну, убрать все вокруг. Прийти в пижаме. Нет. Может быть, зарвать хлопушку? Нет. Ну, смотри, не кинуть. Ну, ладно. Спасибо вам, ребята. Вы все такие умные. Вы все такие хорошие. Теперь я знаю, что нужно делать для того, чтобы пришел праздник. Ой, что это, ребята? Наверное, это опять хулиганы. Я побежала. Хулиганы! Потому что коллективов детских много, хоть и остров один.
А что такое коллективы? Коллективы, Печкин, это группы ребят, которые занимаются на нашем чудесном острове. Танцами, поют, рисуют, вяжут, шьют, в общем, любимым делом занимаются. Да вы, старуха Шипотляк, тоже в коллективах занимаетесь? Занимаюсь. И попрошу меня не оскорблять. Я, между прочим, лет на 100 вас моложе. Ха. Да вы не обижайтесь на меня. Я ж человек государственный и должен все везде проверять. А вы никакая не старуха. Это вас в сказке так называли, старуха Шипотляк. А на самом деле вы долго пожившая на свете дама. Согласны? Да. Это ж совсем другое дело. Долго пожившая на свете дама. Ну, вы меня не отвлекайте, а расскажите конкретней, чем ребята здесь занимаются. Танцами. Это так романтично. Румба, ча-ча-ча, танго. Танго? Да. А вы знаете, я всегда хотел станцевать этот танец. В молодости я таким озорником был. Эх, как танцевал, вся деревня любовалась. Вы танцор? Сомневаюсь. Сомневаетесь? Угу. Тогда я приглашаю вас на танго. Меня? Согласна. Только посылочку на пол поставьте. И вы свою Лариску тоже уберите. А то я жить как боюсь крыс всяких, мышей, паучков. Вот, все. Ребята, следите, чтобы никто не уволок, хорошо? Ну что ж, я приглашаю вас на танго. Thank you.
мне так понравилось. Правда? А вы знаете, Печкин, между прочим, мы с ребятами тоже умеем танцевать. Ну, например, наш традиционный танец хоки-токи. Ребята, знаете его? Хоки-токи, рдо. А я вот его тоже знаю. И сейчас я хочу ребят проверить, насколько они хорошо его знают. Ребята, вставайте со своих мест. Вставайте, вставайте, все вставайте. Ну-ка, все встали. Поднимите ручку, кто встал. Я. Отлично. Итак, приготовили правую ручку. Повторяйте все движения за нами. И вы, старуха Шипак, мадам Шипак, вы тоже не отставайте. Поэтому со мной бы такого не случилось. Вот так. А
Чем конкретно дети-то в золотом ключике занимаются? Золотой ключик – это детское объединение. Все дети учатся читать, писать и знают много разных чудесных сказок. Сказки знаете? Я вот сказки тоже очень люблю. Ребята, вы знаете сказки? Да! Ну что ж, сейчас я вас проверю. У меня есть великолепные загадки про сказки. Я вам буду их сейчас задавать, а вы вместе громко отвечать. Договорились? Да! Ну чего-то вы не договорились. Договорились громче? Да! Отлично! Слушайте внимательно. Из мухи он был цвечен, на окошке был стужен, убежал от бабки с дедом, а висел он с кораблем. А вот правильно. Сидит в корзинке девочка у Мишки за спиной, он сам того не ведая, несет его домой. Кто Даша? Маша и кто? Ни пруда, где воды напиться? Очень вкусная вода в ямке от копытца. Что за вода? Сестрица, а Лёвушка и кто? И братицы, мамушка, ой, ты молодец тебе. Итак, следующая загадка. Ждали маму с молоком, опустили волка в дом. Кем же были эти маленькие дети? Волки семеро казак, молодцы! Что за сказка? Кошка, внучка, мышь, ее собачка, жучка. Деду с бабой помогали, как и кошка. Крепко! И последняя загадка, готовы? Самая сложная. Лечит маленьких зверят, лечит взрослых и ребят. Вот очки на всех видах. Какие умные у вас дети! Я даже такого не ждал. Столько сказок все знают. Ух, какие молодцы! Молодцы! Можно мы им билеты получить? Хорошо, билеты в студию! Какая студия? Билеты, между прочим, у вас в посылке. А, ну дай! Итак, дорогие друзья, готовы? Да. Итак, первые билеты я вручаю «Золотой ключик». Итак, поздравляю вас с вручением этих билетов. Поздравляем. Приготовились.
ручки, ножки потрясли. Итак, идем! Приготовились для ручки твои. Заряжаются луки солнца, ух! И с другой грунт. А теперь от земли берем все. Ископаемые мы выбираем. Барабаним, ух! Давайте веселых людей. Да? Ну да. Согласны, ребят? Да! Ну давай.
Наталья Валерьевна Арабова. И сейчас она вас поздравит. Давайте поздравим.
Здравствуйте, уважаемые ребята, здравствуйте, уважаемые родители. Я много времени не займу, лишь хочу вас поздравить в том, что вы сегодня стали полноценными кружковцами нашего замечательного, замечательного и доброго острова. Я надеюсь, что вы принесете славу нашему доброму острову, а мы дадим вам знания и успешность. Спасибо. Когда мои друзья со мной. Знаете, если трудно вышел путь, веселее.